Так, теперь пора в наш. Вот и конец. Пора в наш. Чего прохлаждаемся? Слава богу, все кончилось. Получилось. Запрыгивайте. Давайте. Чего мы ждем? Слава богу, все. Мы не можем никуда ехать, пока не найдем там какое-нибудь укрытие. Может, расчистите площадь и посмотрите, что там есть? А на открытом месте лучше не задерживаться. Как только мы укроемся в кинотеатре, я постараюсь связаться с Бриксом. Весь город кишит этими тварями, так что нам нужно безопасно. Убежище.
может быть кинотеатр. Господи, спаси нас и сохрани. От дождя можно спрятаться вон в том сарае. Странно, надо найти убежище. Ничего не сделали. Может, спрячемся в сарае? Оборудование, если какое-то время он точно простоит. Но долго нам тут оставаться нельзя. Надо провести разведку города, посмотреть, что к чему. Стоя на месте, мы ничего не добьемся. Что это тут? Иди сюда, падла! Ah!
Сдохни ты, наконец! Никого! Надо провести разведку города, посмотреть, что к чему. Мрачное зрелище. Очень надеюсь, что инфекция сюда еще не добралась. Господи, спаси нас и сохрани. Мрачное зрелище. Очень надеюсь, что инфекция сюда еще не добралась. Я тут не собираюсь сидеть на месте и ни хрена не делать. Как только мы укроемся в кинотеатре, Странно, что военные ничего не сделали. Попытка не пытка. Оборудование, если они не здесь хотят было много солдат. Хендерсон захвачен. Надо найти безопасное место. Сдержать вирус. Чего зря беспокоиться. Интересно. Химическая основа этого старого оружия обладает мутагенными свойствами. Должно быть, австралийцы вступили с ней в контакт. Будьте осторожны и не касайтесь мутагена. Ясно? Вот, держите. А это вам, пожалуй, пригодится. Вы мне не поможете? Мне для изобретений нужны электродетали. Я отплачу вам патронами. Принесите, сколько сможете. Да. Хорошо. Мои изобретения обычно оказываются весьма полезными. Чем больше электронных деталей, тем лучше. Несите мне все.
Чем больше электронных деталей, тем лучше. Несите мне все. Чем больше электронных деталей, тем лучше. Несите мне все. Чем больше электронных деталей, тем лучше. Несите мне все. Чем больше электронных деталей, тем лучше. Несите мне все. Нечего зря беспокоиться. Военные могли просто отступить и установить вокруг базы укрепленный периметр. Придется искать безопасное место. Как только мы укроемся в кинотеатре, я постараюсь связаться с Бриксом. Я тут не собираюсь сидеть на месте и ни хрена не делать. Как только мы укроемся в кинотеатре, я постараюсь связаться с Бриксом. Может, найдется что-то полезное? Я никуда не пойду, пока не найдем безопасное место. Нечего зря беспокоиться. Вы что-то говорили о безопасном месте. Насколько оно далеко? Есть тут один старый кинотеатр у Жаклин. Окон в здании нет, так что если забаррикадировать двери, внутри будет относительно безопасно. Кроме того, там есть кафе. Вернее, было. Так что как туда доберемся, у нас будет еда и напитки. Жаклин все еще должна быть там, если она выжила. Она обожает это место. Вряд ли она его покинет. Ну что скажете? Посмотрите, что там. Чем смогу, помогу. Кинотеатр здесь совсем рядом. Когда будете на месте, дайте знать. Удачи вам.